прорывом геонез. То есть всего, целого. Если говорить о территории, ну, несложно говорить о самом микрорайоне Ливанец, если говорить о территории, которая ранее принадлежала военному городку, то на сегодняшний день в управлении городской общины находится около 32-33 гектаров. Но если даже брать ту территорию, которая относится к Министерству обороны, мы что, не можем ее учитывать в планировочных решениях? Территория, которая относится к Министерству обороны, наверное, не может. Хорошо. А какую площадь занимает та территория, которая... Министерство обороны? Нет, та территория, которая в планировочных решениях рассматривает в процентном отношении ко всей территории микрорайона Ливанец. Вся территория воинской части была 55 гектаров. Нет, в данном случае, вот вы рассматриваете красным цветом и синим цветом определены те районы, которые затронуты вашим планировочным решением. Остальные районы, судя из всей представленной документации, не охвачены планировочными решениями. Можно ли при этом говорить о генеральном плане размещения основных там планировочных решений, а микрорайон 51 гектар? 510 тысяч квадратных метров. Вот эта территория составляет 50. Да, а вы рассматриваете маленький, узенький отрезок, причем территории, которая уже отведена. Вы говорите сейчас не совсем так. Вот территория, которая нами рассматривается. Эти территории на сегодняшний день имеют соответствующий отвод. Вот эта вся территория, это есть некий отвод. За исключением белого и серого, это на сегодняшний день территория коммунальная, скажем так. То есть здесь представлены все отводы, которые есть на сегодняшний день в этом микрорайоне. Мы показали территорию парка, возможно, вот она. И все. Нет. Мы показали территорию вот красную, та, которая вызвала споры по поводу прибрежной территории. И что вы показали? Вот какое планировочное решение территории линии красной? Какое смысловое значение несет? Тут понятно, сделан великолепный парк, классный парк сделан. Дальше. Вот это показана территория зонирования. Мы не говорим о детальном плане, мы не говорим о плане застройки. Мы показали территорию зонирования, сложившаяся территория, которая на сегодняшний день полностью разделена и имеет усадьбу на землю. То есть это усадебная застройка, которая на сегодняшний день есть, и мы ее... Отчего вы не показали вот ту левую часть до гаражей? Она тоже имеет акты на землю, она полностью зонирована. Имеет акты на землю. Почему она не... Вот мы показали ровно то, сколько есть. Ну вот посмотрите, вот кадастровый план. Вот я могу показать.